Друзья, привет-привет, с вами, как всегда, я, диджей Борискин. Показываю вам, короче, красивый парк, мой любимый опять. Погуляли в торговом центре хорошо с семьей, теперь в парке, в воду. Хочу показать вам красивый. Здесь вообще воздух свежий, очень свежо-свежо. Решили мы на скамейке, короче, посидеть. Перекусить немножко, там мороженое покушать. Привет, помашите. Привет, пока. Пока. Такой парк красивый. Сначала дорогу снимал, но потом видео это удалил, чтобы место было в телефоне. Красивый парк такой у нас. Ну, парк я вам много раз уже снимал. Сейчас воду поснимаю. Вода тут мне больше всего, ребят, нравится. Успокаивает сильно. Молодец. Здесь кафешка на воде красивая, но мне она не очень нравится. Я прям умираю. Люди гуляют. Воскресенье сегодня. А, суббота сегодня, подождите. Да, такие всякие катамараны можно на прокат взять. И так далее. Просто спокойствие, спокойствие. Стараюсь, ребята, вам что-то аккуратно снять. Стараюсь не трясти камеру, но не очень получается. Я люблю тут отдыхать долго, могу сидеть. Хорошее вот это место, ребят, в городе, оно очень сильно успокаивает. Ну, а небо везде одинаковое. Что вы за мороженое кушаете? Вкусное хоть? Покажи. Вкусное мороженое. Мне тоже такое взяли. У меня тоже, ребят, такое мороженое ждет. Ну что, пожелайте зрителям что-нибудь такое. Каждый по одному слову быстренько. Что ты желаешь? Все желаю. Все желаю. А ты, Наташа, что моим зрителям пожелаешь? Что-нибудь хорошее скажи. Я ем. Слабо же есть. Ну ладно. А ты, дочь, что пожелаешь моим зрителям? А? Здоровья. О, молодец, дочь, у меня молодец. А я, друзья, вам желаю хорошего настроения, ну, конечно, здоровья крепкого. Вот. Хорошего настроения, самое главное всем. Скоро будут видосы по кроссауту, конечно, я этот. Сегодня все-таки решили с семьей поехать в парк после торгового центра. Так что, ребят, извиняйте, на КВшку я сегодня не знаю, попаду, не попаду, наверное, вряд ли. Вот так что, ребят. Очень извиняюсь, что подвожу вас. Работа, считайте, много, 5 дней отнимает. А выходные, естественно, с семьей куда-то охота поехать. Но я сегодня вообще хотел целый день дома остаться. Вот. Так что вот так. Сегодня суббота у нас. У нас дома ремонты в ванной делают, короче, вот мы там с родственниками живем. И, короче, в ванной надо было ремонты делать там, короче. Начали ванну красиво делать, на там и туалет пошел, и на кухне все, короче, трубы зацепили. В общем, короче, там дома бардак, так что мы этот
перфоратор работает. Все-таки решили сегодня до конца уже отдохнуть. Вот такие дела. Красивая у нас природа. Могу вот так часами стоять. Или сидеть на скамеечке, попивать колу. Или еще что-нибудь. Ну, кола у меня самый любимый напиток, ребят. Ни реклама, ничего. Блин, кока-кола вообще офигела. Хоть бы бесплатно что-нибудь дала. Люди тут ходят, все отдыхают. И мы решили на скамеечке тоже. Мои вон мороженое сидят, лопают. Я сейчас тоже пойду лопать его. Чуть-чуть пройду, вам кадры покажу. Красивые. Ну, когда идешь, ребят, рука все равно трясется, не знаю почему. Вы что, решили две лавочки, что ли, занять? Да, и... Я его забываю. Да, правильно. Максим, тащи все сюда, на эту лавочку сядь. Я обнаглевший рожа, а вообще. Нельзя так делать. Надо о людях потом тоже думать. Кто-то идет и присесть хочет. Садись к нам сюда и все. Все перенеси осторожно. Всегда надо, ребят, в жизни оставаться человеком. Бывают, конечно, ситуации, когда там приходится ругаться с кем-то, там еще что-то. Вот. Но надо стараться человеком быть. Это очень тяжело, конечно. Но надо. Даже вот минимум. Пересели одну лавочку, всегда надо свободную оставлять, чтобы кто-то другой тоже мог сесть. Можно и на двух, конечно, сесть, но я думаю, так не надо делать. Давайте деревья вам красивые покажу. Ну, верхушки деревьев там, я знаю, что там вам это, не знаю, надо, не надо это все смотреть, конечно. Проходите, проходите. Фотать? Да. Давай фотою. Все? Да уже много раз фотал. Ты хоть говорил много раз. Приготовьтесь, улыбайтесь. Нравится, ребят, мне это место. Хоть что вы со мной делаете, ну, очень нравится. На воду так смотришь, успокаиваешься. Водопадик там этот, ну, его когда включают, когда нет, это искусственный, конечно. Но вода красивая. Вода везде красивая, ребят. Тут он пикник себе устроил. Куча мошек тут летает в деревьях. Кого-то ребенок там плачет.
Что-то там маленького обидели. Что обидели, непонятно. Красивая кафешка. Все, ребят, пошел я тоже на лавочку сяду. Мороженое свое покушаю, пока оно не растаяло. Так что вот так что. Все, ребят, пока-пока. С вами, как всегда, я был диджей Борискин. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, не забывайте. Это очень мотивирует. Привет, привет всем. Что-то, ребят, этот... Ладно, все, пошел я мороженое. Давайте, ребят, все, пока-пока всем.